Hey you guys, с вами Шимики, и это 24-я, по сути, серия, и я записываю это сначала. Я вам сейчас покажу, что произошло. Ну, именно то, что я уже получил. Потому что, когда я снимал, у меня крашнулась серия. У меня просто запись вылетела. Ну что, давайте я вам расскажу, что я получил. Первое, по предметам. Я улучшил рюкзак. Мне нужно было... два этих, ну четверых у тебя, помните, Динго убить. Я это сделал. Я улучшил, я до конца апнул гранатомет. Здесь нужно было двух медведей, а здесь нужно было три шкуры тигра. Также я подсумку для мин улучшил. Там тоже нужно было два, то есть четыре этих Динго. Потом по путеводителю я нашел транспорт. Так, где мой транспорт? А нашел я именно... Так. Тросы, тачка, не то. Грузовик. Эти старые грузовики завезли на остров для транспортировки оборудования для добычи фосфатов. Фосфатов. Извините. Теперь ракет использует их для перевозки солдат. На острове все заботятся о природе, потому... Поэтому трупы аккуратно складывают в компанские ямы. Какое-никакое, но удобрение. Так, и мне пишут, что дикое животное. Но я не понял, какое дикое животное. Динго? Динго рукьяк ленда. Ближе к собакам, чем их западные сородичи. Но они были и остаются динго. Вроде как перевоспитавшиеся уголовники или вегетарианцы. Все. Больше новенького у нас ничего нету. Так, сейчас создание предметов по шприцам. А, точно. Я вспомнил. А из-за чего? Я крашнулся, потому что я вышел из дома. Или нет? Где, подождите, нахожусь, во-первых. Мы... Так, рюкзак. Ага, ну, все в порядке. Значит, пока что... Мне нужно в пещеру. Давайте в пещеру зайдем. Ух ты, если б я сейчас упал. Ладно, выжил. Не-не-не, включи фонарик. Это что, такое пещера? Вау. Нихера себе. Вот это недра земли. И да, представьте, это у нас 24-я серия. 24-25. Я сам офигел. Если просто посмотреть по наш... Так, нет, это я потом, когда буду отсюда уже уходить, прокачусь на тебе. Ладно, пойдемте внутрь. Заберем артефактик и поедем отсюда к черту. Так, забираем все, забираем. Оп. Чел, я помогу вам. Выполнил. Юплей действие выполнено. Что я выполнил? Вот что я мог выполнить? АМР. В магазине АМР. Новое орудие, ребята. Руди, Руди, это Труди. Так, стопы, я что-то тут немного в ловушке. Окей. Мне нужна моя штуковинка, которую я забыл. Вон там. Так, мне нужно спрыгнуть вниз. Да, вниз. Артефакт же подобран. Блять. Так, смотрим карту. Карта. И... Артефакт подобран. Все, все, все. Отправляемся сюда. За этой реликвией. Поехали. Мне еще нужен один транспорт.
Единственный транспорт, который я еще не получал, это воздушный. Поэтому я надеюсь, мы полетаем с вами. Вражеские машины уже здесь не ездят, поэтому обидно. Только союзники. Вы что, аванпост бы сделали? Тихо, главное не упасть. Так. Как раз и до миссии уже доезжаем. О, нужно, блин, травы пособирать. Будет по пути. Блять, он там снизу. Ладно, все. Хотя... Нет, ладно. А с такой, знаете, аж хочется туда пойти. Ладно, идем за миссией. Нет, ладно. Здорово. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Дженхая? Его корабли везли богатство для династии Мин. Да. Помнишь? Да, изучал, да, в истории. Конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Дженхэ был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Дженхэ... О, чертов Дженхэ! Нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровище... Сокровища. Неизвестно, где они. Не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и пошки. Весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Окей. Так, где мой лук? Оу. А меня свет не будет палить? Ладно, поехали. К миссии. Надеюсь, за 23 минуты и 20 секунд мы справимся. Джейсон, их. Класс. Иду прямо под обвал. Так. Вижу тень ублюдка. Не тяни, нет. Зачем так долго? Китайцы, японцы, британцы. Меня уже трясет. Скоро надо вмазаться. Неужели спробовал этот трюк с метанием ножа? Так. Тихо-тихо-тихо, без шума, ребят. Опа-на. Чёрт. Кажись, я спалился, да? Лады. Тихо.
зараза. Иди ко мне, давайте, давайте, давайте. Давай. Вообще-то я не в настроении для барбекю. Воу-воу! Черт, 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 черт! Потушись. Сука. Вот тварь. Нужно было не взрывать нихера. По-тихому бы пробежал и все бы сделал. Ладно. Воу. Надо притормозить. Наш, как говорится, снайпер на снайпера. Она стоит того. Тихо. Блять, сука. Выгляни в оконце. Что это за бред? Почему он не попадает? Лично я попадал. Тихо. Опа. Мы, значит, вот так, да? Тварь. Пробежать. А мне хилок больше нету. Ах ты ж, ёлки-палки. Мне это протолкать нужно. А, пф, нахер я это сказал? Тихо. Ух. Окей, чел. Я понял тебя. Получи. Два выстрела в голову — это минус шлем. Блин, а у меня уже патроны тогда кончаются. Лады. Хватает. Пока что ладно. Хватает, хватает. Мне только стрелы бы, чтобы возвращали. Так, тут у снайперов должны быть патроны. Да, ребят? Патроны. Да? В смысле, у тебя не было патронов? Ты вообще, блядь, штурмовик, какого хера? А не, есть патроны. Все, спасибо. Это что за херь? Thank you.
Откуда? Вперед! Все, я понял. Смысла мешкать здесь нету. А умри. Сейчас срашу. Придумал. Обрушил крышу. Так, тихо. Так, ладно, перезаряжайся, собираю патроны. Идем далее. Так, все, ребята. СВДшка. Ладно, а ну-ка. Опа. Опа. Патроны. Все, поехали. Все, ключ запускаем. И это ключ, это не компас. Готовься. Почему сюда ничего нельзя одеть? Я поглушитель одел. О. Было бы прикольно. Да, это не страшно. Плюсую. Минус 1 хп. Турпик. Не совсем. Знаете, красивое место. Тут инь должен быть выключатель. Давай только резко отойдем, да? Это лифт. Не-не, подожди, подожди. Рано. Рано, рано. Так. Я бы прыгнул вниз. Но какой шанс того, что я выживу после этого прыжка? Но там можно спрыгнуть. Дело в том, что... Так, короче, когда я вернусь домой, я все-таки это... Блин, давайте, ладно, я попытаюсь спрыгнуть. А ну-ка. Сохранить, блять. Ладно. Ну, блин, ну там пустота. Ребят, мне стрёмно туда прыгать. Ладно, не буду прыгать, нахер надо. Хлып. Летучие мыши. Это мы уже проходили. Джейсон, 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 Джейсон. Не падай. Контрольная точка. Тупая змея. Так, вперед. Вниз. Путь есть. О, не-не-не-не, я не хочу проверять. Почему у меня плохое предчувствие? Не знаю, потому что, может, это очень древнее место, где навряд ли веревки бы так долго продержались. М? Вау. Да, рили как Лара Крофт, блядь. Ого. Знаете? Ого.
Я о том же, что ого. Ого. Давай, можешь прыгать. А, все. Минус лифт. Джейсон, у нас с тобою проблема. Потому что Шимики хочет кушать. Мы с тобой сбегаем, доходим, сдаем миссию и на этом закончим. Понял? Ясно, здесь не выбраться. Тварь. Я специально остановился, чтобы ее грохнуть. Хоп. Ай. А вот если бы у меня вообще не было хилок, вот представим. Ого. Так. Здорово, магия. Окей, это логично будет. Давайте сначала пособираю, что здесь есть. Так, проход есть туда? Нету. Погнали, Джейсон. Еще часть ключа. Все рушится. Так, время сваливать. Тихо, беги, 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 беги. Да ну все, горит, Джейсон! Нам время сматываться. Давай, Джейсон, без остановочек, окей? Давай. Да ладно, shift это бегать, да? А я не знал, что левый shift это бегать. Джейсон, Джейсон, я уже вижу выход. Прыгай! Кувырок, вау. Выход, все. Нужна помощь? Зайдите в меню паузы, чтобы получить доступ к указаниям по быстрому старту и по прохождению. Бла-бла-бла-бла-бла. Да. На мне жучок, да? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор, я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все. И не забудь спороть кита от паха до шеи, ладно? Стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Нет. Так, как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр! Давай, собирай компас. Ну все. Я отчаливаю. Удачи. Окей. Ой. Сокровище, сокровище. А, здесь, если что, я охотился на медведя. Искал их. Ой, ты так прыгнул. Тихо. Новая вещичка. Синие водоросли. Так, 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 создать предмет. Путеводитель. Так, синие водоросли. Синие водоросли содержат много витаминов и белка. Их часто используют в азиатских кухнях, и на этом острове они встречаются повсеместно. Впрочем, молодые синие водоросли смертельно опасны. Будем надеяться, что ты не дальтоник. Шутки, шутки, шутки. Шутки, шутки, шутки. Так, первое. Раз. Понятное дело, что я уже миссию больше не выполню никакую. Так.
Так, так, еще зелень. Нужно больше зелени. И тогда отправимся с вами. А вот куда же мы отправимся? Вот это уже другой вопрос. Я бы такой, чтобы отправиться и зачистить вот этот аванпост. Давайте так и сделаем. Да. Короче, я дойду до туда и продолжу. Так, короче, я приехал. За мной там погоня немножко была. Хвост, так сказать. Ой, тупые собаки. Тихо. Сигналку можно сразу отключить, я думаю. Ой-ой-ой, меня чуть тот не заметил. Так, лучше место собак тоже знать. Блядь, тут аж целых две сигнализации. Угу. Раз. Так. Ты сможешь, брат, сможешь. Боже мой! Тихо. Ты сможешь начать поиски. Скорее бы кого-нибудь за это замочить. Кто бы ты ни был, я тебя найду. Ух ты ж, блядь. Тихо. Херня вот это была, конечно. Бля. Просто минус. Ай. Ладно. Зато плюс 50 опыта. Так, здесь карта есть. За картой схожу. Я как раз и все карты соберу, когда вам посты позахвачу, да? Так. Карта памяти. Дверь, пожалуйста. Герой. Героин. Сведения куплены у Афганистана наркотабарона, специализирующего на производстве героина, не содержат ничего нового для нас. Они включают в себя детальную информацию обо всех процессах от почвы и температуры для выращивания мака до сбора ипуима. Так, очистки морфина и приготовление основы для героина. Но все это нам уже известно. Следует избегать дальнейшего обмана информации с этой контактом. С этим контактом. Так, окей. Так, еще листва. Желтая. Теперь что я могу сделать? А сделать я ничего не смогу.
потому что уже время. В следующий, короче, раз мы отправляемся с вами уже на миссию. И заберем два кувшина. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. Всем пока.